Суды по гражданским делам за первое полугодие рассмотрели 122 798 дел, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. Вынесено 30 424 судебных приказа о взыскании обязательных платежей на сумму более 39,8 миллиарда сумов. Эти показатели уменьшились по сравнению с первым полугодием прошлого года на 21,2% и 1,7% соответственно. По рассмотренным гражданским делам вынесено 77 856 судебных решений, по которым более 84,3% требований удовлетворено. В ходе выездных судебных заседаний рассмотрено 35 498 гражданских дел. Проведено 1406 встреч и открытых диалогов с населением. Кроме этого, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 371 дело, отменила 177 решений судов первой инстанции и изменила 39 судебных решений.